Фестиваль «Волга театральная» продолжается. Сегодня будем погружаться в страну спелых персиков. В солнечную Грузию нас принесет игра актеров из Перми. Попробовать Грузию на вкус. К подготовке спектакля артисты подошли более чем серьезно. Первым делом они поехали в теплую и колоритную страну, чтобы поближе познакомиться с людьми, которые там проживают, узнать о ее культуре и традициях. Там же закупили все костюмы и реквизиты, и даже кинжалы. Чтобы проникнуться духом веселого и беззаботного народа, пришлось выпить 150 бутылок кинзмараули, смеются артисты. Но оно того стоило. «Хнума» – легкая комедия, непривычный жанр для пермского театра «У моста», который славится своими классическими постановками и склонностью к мистике. Но удивлять зрителей – это главная задача, которую ставит перед собой театр. На этот фестиваль, фестиваль «Волга театральная», нам захотелось привести что-то совершенно неожиданное. Это невероятная комедия, веселая, легкая. И театр «Мост», он известен как единственный в мире мистический театр. Но мы всегда обманываем нашего зрителя. Мы всегда ставим следующий спектакль, который не похож на предыдущий. И вот этот спектакль, он совершенно не похож на наш репертуар. Поэтому мы его привезли, чтобы показать, что театр «Мост», он умеет играть все. Пермский театр в Самаре не впервые. Коллектив приезжал в город 10 лет назад на фестиваль «Золотая репка». И тогда артисты влюбились в Самару. Как только им предложили поучаствовать в фестивале «Волга театральная», согласились, не раздумывая. Одновременно с «Хнумой» на сцене театра «Самарская площадь» шла варшавская мелодия в исполнении актеров из «Набережных Челнов». Мария Левина, Григорий Плешаков. События.